уже намного лучше. Никому и в голову не придет, что ты из Инквизиции. Нам надо сойти с корабля. Команда уже на земле. Думаю, в гарнизоне на Пуэрто-Сакарико о пиратах знает немного. Но, может быть, нам смогут помочь найти пиратское логово. Кроме того, нам надо подготовиться к экспедиции. Вперед! Ну, как я? Очень неплохо, только не задирай нос. Нам предстоит еще долгий путь. Как ты собралась узнать, где Стальная Борода закопал свои сокровища? Легко. Так же, как можно разговорить любого мужика. Нет, не так, как ты подумал. Я просто напою его в стельку, тогда он мне точно все расскажет. Одно палове. Как это практично, что у нас каждый раз есть рабы, когда мы сюда приходим. Да, не приходится ничего таскать. Скоро все снова отправимся на берег меча. А, ты сбросил с себя форму? Это хорошо. Я рассказал людям, что мне пришлось с позором уволить тебя со службы. Из-за дерзкого поведения. Я подумал, что с твоей рожей из всех возможных причин это самое убедительное. Так никто тебя не заподозрит в связях с Инквизицией. Пираты отняли и забрали на борт все, вплоть до последнего пенни. Самой дорогой добычей было драгоценное зеркальце дочери губернатора. Вернувшись к себе, все сначала прилично выпили. Трактирщик выиграл зеркальце в карты и готов отдать его только за приличные деньги. Интересно.
Ахой, парень! Ну как тебе морской ветер? Я Джек, смотритель маяка. Когда-то я и сам ходил в море. А теперь ты решил устроить себе спокойную старость. Ха, было бы здорово, парень. Только спокойствием тут и не пахнет. С тех самых пор, как появились термиты. Термиты? Так ты не затем пришел, чтобы их перебить? Я точно не собираюсь создавать проблем. Я ищу капитана Стальная Борода. Стальная Борода? И ты боишься жалких термитов? Ты наверняка знаешь много историй. Конечно, и они все правдивые. Расскажи мне что-нибудь о Токаригуа. Это красивый остров, спокойный и живописный. Как раз то, что надо для такого бывалого моряка, как я. Инквизиция была здесь первой. Когда бражник узнал, что тут добывают сахар, он решил здесь поселиться. Из сахара он гонит ром, а сахар даю ему я. О пиратах. Когда инквизиция набрала силу, пираты решили что-то предпринять. Тогда Альварес основал совет капитанов. С тех пор они называют его адмиралом. Но это все дела минувших дней. Теперь все иначе. Капитаны грызут друг другу глотки. Что произошло? Пираты, парень. Пираты есть пираты. Вот поэтому я предпочитаю одиночество. А сокровища? Ты пришел по адресу, пират. Наряду с золотом в сундуках есть немало легендарных предметов, которые разбросаны по всему Южному морю. Что это за предметы? Особенные предметы. Каждый из них таит в себе секрет, у каждого своя история. Но самое главное, что они приносят своему хозяину удачу. Надо непременно обзавестись парочкой таких. Ты когда-нибудь слышал имя Мара? Никогда больше не произноси этого имени. Оно приносит несчастье. Да ладно тебе, это же просто суеверие. Попридержи язык. Они есть. Эти существа из глубин. Они приходят, когда называешь их по имени. Правда? Ты их видел? Я не буду говорить об этом, мальчик. Даже за все золото Стальной Бороды. По поводу термитов. Да, эти маленькие твари просто не дают мне покоя. Где-то здесь должен быть их муравейник. Они на тебя нападают? Нет-нет, малыши безвредны, если их не трогать. Бояться надо только больших. Не переживай, скоро ты снова сможешь спокойно спать. Считай, что им конец. Спасибо, парень. Хоть я и на пенсии, я найду, чем тебе отплатить. Где муравейник? Спускайся к берегу. Там полно этих тварей. Попробуй за ними проследить. Если не будешь нападать на них, можешь дойти вплоть до их пещеры. Есть еще одна вещь. Говори, не бойся. У меня тут небольшое дельце с бражником. Я отправляю пиратам сахар и за это получаю ром. Мой приятель из Сокорико пришел туда ночью, и на берегу было полно термитов.
Он хотел их прогнать, а они напали на него. Что же, он не знал, с чем связывается? Сколько раз я ему говорил, ну, ничего страшного, он жив, но эти гады утащили весь сахар в свою пещеру. Понимаю. Если найдешь сахар, сразу же неси его бражнику.